Так, друзья, рассказываю вам, что нужно делать, когда вы заселяетесь в номер гостиницы. Неважно, где вы это делаете, в какую гостиницу заселяетесь, но то, что вам нужно сделать, такие определенные действия. Первое, что, значит, проверить полностью все электрооборудование. Вот, мы включили свет, все горит. Ну, там мы не включали светильник. Я думаю, там тоже порядок. Значит, дальше включаем телевизор. Значит, включаем, проверяем телевизор, чтобы он тоже работал. Он включается, смотреть не обязательно, работает. Украинский канал может включиться. Дальше. Включаем кондиционер. Вот. Слышно вам? Пошел звук, кондиционер работает. Ну, естественно, он должен холодить. И никаких не должно быть запахов. Вроде бы порядок. Дальше. Заходим. В принципе, что нам еще осталось проверить? Значит, проверить комплектацию полотенечек. Все есть. Вот, проверить, чтобы все дверки, ничего не падало, не ломалось, чтобы все было в порядке. Значит, ну, все работает отлично. Как вы видите, везде порядок. Сколов тоже, в принципе, раковин не вижу треснутых. А, вот что главное, смотри, друзья, тоже фен электрооборудования, посмотрите, чтобы он был целый. То есть, конечно же, его включили, и чтобы он был целый. Ну, тоже порядок. Объясняю вам, почему такая ситуация. У меня там у знакомых в Египте, у туриста, значит, был скол на фене. Он просто не обратил на это внимания, и при выселении ему выставили претензию о том, что это сделал он. Так вот, друзья, чтобы вам ничего такого не выставляли, всегда проверяйте электрооборудование, вот, чтобы оно было в нормальном состоянии. Если есть какой-то дефект, обязательно сообщайте на стоечку в ресепшн под запись в журнале обращений. Неважно, возможно, оно вам не мешает это отдыхать, но обязательно, чтобы была запись и чтобы вам потом не выставили претензии. Кроме того, друзья, бывают и другие нюансы, которые также нужно учитывать в момент заселения в номер. К примеру, я всегда своим туристам рекомендую открыть кран и проверить наличие горячей воды, потому что когда территория отеля большая, а отель эконом уровня, то бывают такие ситуации, что в одном блоке корпусов вода горячая может быть, а во втором блоке корпусов вода горячая может и не быть. Также обязательно рекомендую включить душ и проверить, чтобы работал слив воды. Потому что однажды у моих туристов, которые при заселении проверили все в номере, и визуально в номере было все убрано, красиво и все в номере работало. Ну, после того, как туристы сходили на пляж, поплавали, потом сходили на ужин, и когда туристы вернулись в номер и вечером решили уже принять душ, оказалось, что слив в душе был забит. Да, туристы вызвали сантехника, который это все в ночное время чистил и устранял, но после себя он ничего не убрал, результаты своей работы. Пришлось искать горничных, чтобы это все убирали, и это все на ночь глядя, и когда турист с дороги, то это не будет положительно отражаться на его отдыхе. В общем, друзья, обязательно при заселении в номер проверяйте все то, что я рассказал и показал в этом видео, чтобы не было этих всех моментов после того, как вы заселились в номер. На этом все, друзья. Кстати, напишите в комментариях под этим видео, с какими вы проблемами сталкивались при заселении в номер и как вы эти проблемы решали. Ну а если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях под этим видео, постараюсь вам подсказать на них ответы. А также поддержите видео своими лайками, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и только положительных впечатлений. До новых встреч. Пока-пока.